Я думаю, все понятно, да? Осень, оранжевые цвета, тыква. Твою мать. Это жесть. Вот так ставим, тогда легче. Наконец-то, не прошло и полгода. Я решила пожарить ее. Никогда не пробовала жареную тыкву. Смесь, кабачки, картошка. Может быть, нужна тыква именно такая вот сладкая? То будет вообще супер. А если еще посыпать сверху корицей или сахарной пудрой, то вообще будет атас. Так, есть можно. From the other side.